Соответственно, посмотри свойства его по отношению к нашей Вселенной. Она чуждая нашей Вселенной. Хорошо. Покажи отторжение его мне. Идет. Я разобью на своих уровнях, ты на своих. И когда он начнет распадаться, пусть все, что с ним, от него как бы он будет как бы испаряться, распадаться, пусть это встраивается в нашу Вселенную, работает на пользу нашей Вселенной. То есть соединим. И пусть перетечет вся сила его в нашу Вселенную, в кристалл нашей Вселенной, нашей планеты, Додекаэдр, например. У нашей планеты тоже есть кристалл. И у нашего Солнышка есть кристалл. Вот туда пусть перетекает. Становится частью нашей Вселенной. Пусть соединение. Мостик, если не получится, просто мостик. Я на своем уровне, ты на своем. Работаем. И смотри, что происходит. Говори. Да. Теперь картинка идет другая, синетическая. Это как оплодотворение. Какое-то ядро внутри принимает это. Вот именно так идет картинка, или... Да, это соединение происходит, получается. Хорошо, скопируй все свойства нашей Вселенной туда, в это ядро. Это другая Вселенная, да. Чуждая нам. Соответственно, кто кому подчиняется? Наша Вселенная этому, либо этому кристаллу, либо кристалл нашей Вселенной? Наша Вселенная более мощная, она у себя находится. Здесь играют правила нашей Вселенной. Этот кристалл – нечто другое, то, что пришло извне, то, откуда пришло, то, зачем, за кем ты гонишься. У этого кристалла есть связь с материнской вселенной? Вселенная существует, либо он сам по себе? Связь разрушена каким-то образом. Только тонкие-тонкие лучики, как... ищут друг друга. Настройка какая-то должна произойти, но почему-то не происходит. Что-то, нечто мешает. Как блок, который стоит между этими вселенными нашей и той. Что-то, что не пропускает. И он, находясь здесь, не может связаться с тем, что снаружи. Он всегда как не волны, мог связаться. Я понял. Он всегда не мог связаться, либо с какого-то момента была связь, а потом перестал. После какого-то момента. Отлично. Когда его захватили, это произошло внутри, распад, самоликвидация какая-то. Он попал не туда, не к тем. Он перестал самонастраиваться со своей Вселенной. Что это? Освободи его. Пусть он уйдет к своему источнику, в свой мир. Он увидел, как это комфортно быть в родной вселенной, пусть он найдет свою родную вселенную. Уйдет от того, что им сейчас управляет. Скажи ему, что можно идти к Создателю и не подчиняться чужой воле. Да. Он ушел. Уплыл. Улетел. Передвижение направлено куда-то, как вроде бы знает, куда идти, почувствовал что-то. Знаю. Нету хаотических движений, просто ровная дорога. А, он полностью ушел, либо какая-то оболочка от него осталась, пустота, вот то место, где он был. Что там сейчас? Пустота. Хорошо. А его связь... Вокруг него нет. Там что-то, подожди, это не пустота. Я неправильно считала, там есть какие-то микрочастицы. То, где он был, как капельки, частички, махонькие совсем. Что-то наполняет эту пустоту. Одну, она возьми чем-то частичку заполнит. Эту, одну маленькую в баночку куда-нибудь под микроскоп, посмотри ее. Зафиксируй во времени, заморозь в течение ее времени процесса и рассмотри.
оно выглядит так же, как то, что ушло большое, как тот кристалл, который удалился. Точно так же, только совсем маленький. Вот у этой маленькой части есть связь с кристаллом? Да. А скажи кристаллу, чтобы он забрал все свои части с собой. Либо аннигилировал, убрал полностью, если не нужно. За собой пусть почистит. Я проверяю, что происходит. Маленький взрыв внутри. Пусть взрывается, не видно шевеля огня, но просто все еще. Просто все исчезло, оно как-то растворилось и все. Этого больше нет, и пустоты нет, нет ничего, просто пространство. Отлично. А теперь смотри, у твари с исчезновением этого кристалла что происходит? У структур твари, у глаза. Она размазана, подожди, по этому сепаратору или что это? Центрифуга там была? Там и... Ну да. Ей нужно собраться, потому что ты сказал, чтобы я ее разделила на фракции. И я вижу ее по отдельности. Это сейчас ты смотришь программу. Программу, которая была во мне, она пусть как белье вот окончательно на составляющие, на фракталы и встраивается обратно во Вселенную. Программа пусть стирается. Я говорю о том, что пришло в нашу Вселенную. Так, программа исчезла, она просто как кубики вставились туда, вот не кубики, пазлики, части, что-то, микрончики, да, там. Снова встраивается. Была структура нашей Вселенной, она была видоизменена и вот как вирусом поражена, и новая структура появилась. Сейчас все возвращается снова, встраивается в нормальный порядок ход вещей Вселенной нашей. Все восстанавливается. Да. Посмотри, вот тварь, она захватила этот кристалл своей вселенной, притащила его сюда. Сейчас кристалл вернулся назад. Что с ней происходит? Что-то ей поплохело. Головой крутит туда-сюда, слюна брызжет из рот, из пасти. Падает, переворачивается, лапы вверх. Что у нас собирается тут?
победил. У меня звук пропадает. Я как на необитаемом острове. И сейчас Илья победил, он ее выбросил. Кого он победил? Эту ящерицу. Что это такое? Не знаю. Я тебе покажу, как она выглядит. Найду картинку где-нибудь. Которая у него на спине сидела? Она там не сидит уже, он ее выбросил. Он ее выбросил. Все, программу отлично. Выбросил и ее выбросил. Программу и ее выбросил. Она состояла из двух частей, из программы и из какого-то другого составляющего. Я понял, он все повыбрасывал, молодец. А тех, кто ее отправил, эту херню, они у него в сфере? Нет. Нет, хорошо. А как они его находят, есть ли у них какая-то зацепка к нему? Какая-то программа, маячок? А он не прячется. А, он просто не прячется. Я понял. Хорошо, что еще у него есть, кроме этой? Знаешь, он как сам подпрыгивает и говорит, я здесь, я здесь. Вот такой. А, то есть ему маячки прав... не нужны. Я понял. Илья еще не подсоединился? Уже с вами. Ну, у него... Ага, воевал. Победил. Но то, что было с тварью, я пропустил. Шипело последнее, что помню. Да, мы с ней там бились как-то, вот ее, вот ту другую часть, это ты программу уничтожил, а она как и биотехнология приходила, другая часть была, ты ее тоже уничтожил, выкинул, я видела. Павел спросил, как они тебя находят, те, кто отсылают к тебе твари, я говорю, что ты вообще не прячешься, ты подпрыгиваешь вверх, вот между, вот знаешь, как толпа людей, и идут все одинаковые головы, а ты прыг вверх, как на... пружинках. Я тут, я здесь. Вот, работа у меня такая, да. Привлекать на себя внимание. Вызывать огонь на себя, пока основные силы работают. Ну, серьезно, так и есть. Хорошо. Потом объясню. Подожди, это полиморфный вирус был интересный. Я никак не мог его найти. Он работает со временем, одновременно с пространством. Он работает из всего, что вокруг меня, включая, берет под контроль людей. То есть несколько эпизодов было, вот сидим, пьем в бане буквально. Ну, я не пью, но там человек чуть-чуть подвыпивший. Глаза черные, хватается за нож, пытается меня убить. Еле отмахался, реально. Илья, в тебе есть что-то от другой вселенной? Еще бы! В тебя очень много от другой вселенной и очень мало от этой. Люди чувствуют то, как активация происходит, только вчера для них в какой-то момент. Они тебя хотят уничтожить, потому что ты чужой. Происходит какой-то сдвиг, я не знаю, как это правильно назвать, как в пространстве. Они видят только ту часть, которая чужая, вот из нашей вселенной. Да. Тебе есть и оттуда, и отсюда, понимаешь? Тебе есть две части. Какую-то часть нашей вселенной ты принял, но пришел ты или другой. И они ощущают вот это, что ты чужой. Меня напихали. Это как... Пришлось напихаться, да. Да, я до сих пор не могу отделить. Да, потому что после всех этих битв была... Времени. Да, уже там много вселенных было. Я изучал, откуда она пришла. Ну и из ее родной тоже. И когда бился, чтобы победить дракона, нужно стать драконом. Там было что-то с чем-то. Вернувшись, я недолго становился человеком. Ну ладно. И до сих пор во мне, да, потому что я не знаю, что там мое, что не мое. После этих битв все, что вывалилось сюда, в наш мир, вот из того, что было, себя истлепил снова. Долгая история, пипец. Ну ладно. А тварь этим пользуется, да, она натравливает на меня людей. Вот то, что ты увидела, там ко мне тянутся в первом сеансе руки. Всю ненависть человеческую на меня направить, это чужими руками, это нормально, да. В курсе. Понимаешь, они еще чувствуют, что ты какой-то другой, откуда-то из других миров. Как вроде выше, знаешь, того, кто выше, нужно раздавить. Есть такое свойство людей, да-да. А не стоит посмотреть те моменты, которые она озвучила? 13, 19, 24 года. Отменить там какие-нибудь события, исправить. Нет, там нечего работать? Да, я уж сам. Она уже в прошлом. Это уже написано, это не изменить. В советином времени это уже произошло. Он это уже все. Хорошо. Давай посмотрим, что еще есть у нас здесь сейчас.
Ящерицу он уничтожил, программу убрал. Смотри, сектор интерферентов, как мы это обычно делаем, контрактов посмотри. Это его сейчас не беспокоит. Нет у него контракта в нашем измерении. Это не наша Вселенная, ему дала задание. В нашей Вселенной он чист. Это вообще не Вселенная дала задание, это отдельная история. Мона, опять, я тебя вот люблю, но ты скрываешь то, что вообще невозможно. Я охренею, ладно. Скрывает, все. Растет, растет она, ладно. Да, молодец. Посмотри, Моночка, интерферентов, посторонней энергии, может, налипли как-то. Что-то там где-то спряталось. Нет, магия. Злобные всякие там люди. Нет? Вот именно там скелетики валяются. Уничтожен? Ну, пусть выкинет их по порталу, чтобы не тяжеляли. Все, избавиться от всего. Все получается? Или есть еще что смотреть? То, что видели девочки, я тоже вижу. Что они видели? Какой-то предмет похож на книгу, но это не принадлежит нашей Вселенной здесь, в нашем времени, в нашем пространстве. Отменить это невозможно. Это не контракт, как мы это видим. Это нечто совершенно другое. Здесь зря спальник усеять, что вот у него контракт, который он не хотел расторгнуть, это все фигня. У него приказ или задание, которое ему дали, и это не контракт. Выглядит как книга, приказ, задание. Выглядит как военнослужащему приказ, знаешь, пошел в неизвестный суд воевать куда-то. Это не нужно смотреть, это не принадлежит. Нет, это не нужно, если ты не считаешь. Понимаю. Да, и нашей Вселенной. Это не контракт с темным, нет. Угу. Я понял. Хорошо. А где она лежит? Там же в секторе контрактов или где-то в другом месте? Не важно. Не нужно? Нет. Хорошо, хорошо. Ну, мне это любопытство. Но если любопытство, она находится в секторе первоисточника. Тем более. Какие могут быть к ней претензии? Хорошо. Илья, самый есть? Самый главный первоисточник, вот вообще туда не надо никому. Хорошо, хорошо, мы не против, мы понимаем. У тебя есть вопросы еще, потому что по нашей схеме ты чист. Да, Мона, посмотри себя вокруг. На аналогичные программы энергии. Что ты видишь? Нет, ничего, все чисто. Да ладно, я твою улыбку уже знаю. Да ладно, все. Не лезь. Увидела и ладно. Не надо. Работа пошла, подсознание работало. Аналогично поработаем с Моной, тогда можете даже сами на такие же энергии. Мона, наполняйся вот этим, то, что вызвало энергию, на улыбку. Наполнившись, поднимись и посмотри на нашу пришелицу, любимую, глаз и тех, кто его поддерживает, чье сознание, Рой. Теперь уже родные, любимые, части нашей Вселенной буквально. Посмотри, сколько там... Они выстроены в ромбик. Да-да-да. Каждый маленький ромбичек. Пам-пам-пам. Много вокруг. Сколько самок там в этом... В этом ромбике. Поэтому одна находится. Есть запасные и есть те, которые поменьше. Или помоложе. Вот которые помоложе. Во-первых, посмотри общее количество. И найди самую молодую и дружественную нам. Ту, которая не за идею назорвения? А та, которая хочет жить и сама по себе, наиболее индивидуализм, да? Ну, можно сказать так, назорвение, да.
Да, такая есть. Разверни ее чуть-чуть к нам и настрой ее на позитив к нашей Вселенной, то есть чтобы она более комфортно себя в нашей Вселенной чувствовала. Усики вверх пошевелились. Угу. Страха меньше. Она все равно скована страхом. Ее к нападению побуждает та, которая находится сзади. Это не ее война, но она идет на нее. Вот И отключи ее от той, которая сзади, от самой главной. Ну, чуть-чуть, по крайней мере, уменьши влияние. Дай ей самостоятельность. поставила щит. На Подумай. какое-то время продержится. Да, пусть она подумает, и потом, когда она осознает и освоит самостоятельность, уже к самостоятельному ее разуму вернемся. Надо их поссорить между собой. А это Пусть они реально. друг друга перерезают. Да. Ну, я это уже сделал, ты сейчас начинаешь похулиганим. Вот этот вот вектор и дай, чтобы они получили самостоятельность, поскольку сейчас единого кристальчика нет из другой вселенной, то, что их связывает, нету. И воля этой старушки, она уже не приспособлена и неэффективна в нашей вселенной, а они молодые, получается, более эффективны. Вот дай им большую эффективность по сравнению со старой для действий в нашей вселенной. И пусть они освобождаются от старой. Освободи все, каждую. Пусть дай возможность, покажи выход из ромбика. Я вижу очень-очень схематически. Они девушки, женщины, им по-новому платьице. Каждая будет модницей, и каждая здесь будет красивой в нашей вселенной. Им Вот-вот-вот. нужно что-то больше, чем война. Их нужно отвлечь от этого. Им нужно почувствовать, вот кому платьице, вот кому бусики, вот кому брошечку. Пусть каждая смотрит, кому что достанется. Пусть они сами себе придумают. Я им не даю, они себе. Каждая умеет теперь. И создает. Раньше это им было не нужно, Да, потому мы что они дали им были воины. свободу, да. А сейчас она каждая себе создает. Одна себе, и другая себе какую-то фигнюшечку на усики. Они почувствовали себя свободными, и что это не только война, но они есть здесь. Им незачем это убивать. Им сказали, что Подожди, что только... ты видишь? Это прикольно. Я бы до этого не додумалась. Нет, додумалась бы, конечно, потому что я женщина. Конечно. Но Молодец Илья, ты это такая. подло. Это Ой, зеркально. красавчик. Это зеркально. А теперь смотри, им сказали, что чтобы жить, нужно пить жидкость, а единственная жидкость это кровь, условно говоря, человеческая кровь, человеческая энергия. Покажи нескольким, по крайней мере, что кровь не единственная жидкость, что энергии во Вселенной полно и можно обходиться ими, что много и планет свободных без людей, и что энергии полно и не нужны люди, чтобы кушать, чтобы жить в нашей Вселенной. Я им показываю, как насекомые могут скушать травичку или цветочки или Или что-то. других насекомых. Муравьи очень агрессивные. Вот, да. Их там дофига, пусть сами себя уничтожают. Проще будет. Да, показала. Посмотри совокупность частот роя. Я не могу сейчас это сделать. Хорошо, не надо. Идет очень разная энергия. Но если раньше, когда они были как солдаты, и шли шаг в шаг, это было сделать проще. Но сейчас там начинается какой-то разброд, что они каждый в свою сторону что-то тянет. Все хорошо. Разделяй властвуй. А теперь раскрути напоследок, вот последний, финальный такой аккорд. Ромбик раскрути, как в центрифуге тоже, по чуть-чуть. Медленно, так спокойно. Пусть сам крутится. Своей Ну, это, силой. похоже, становится, знаешь, на что? Как это называется, коловорот или что? На
шарик. Сначала, да, свастика, потом шарик. Да. Идеальная фигура. Чтобы все их действия да. тяготели к движению нашего мира, то есть круг. А не стадия, как в той вселенной. Им намного легче будет, в общем, все их действия намного легче протекают естественным образом по окружности. Давай, пусть они крутятся. Рубик пусть крутится. Вот. Становится шар. Сейчас уже эта свастика перестроилась, да, уже идет шар. Он еще как-то плохо держит форму, иногда срывают снова. А они уже поняли, зачем. Им нужно те, которые выдвигаются за границы. Им проще держаться рядом, и так им проще вращаться. Взаимодействие более комфортное. Да, пусть роятся, все по-прежнему, но по законам нашей Вселенной. Замечательно, мы немножко сделали того, что было сделано мною давно. На сегодня хватит, всплываем. Паша. Маночка, возвращайся здесь и сейчас. Проверяй Илюху. Все хорошо? Да. Проверь пространство вокруг нас. Шакалы убежали, шакалы, затем на кого повесили. Да? Бегают затем теперь? И воровни его как покусали или порвали. Я даже не хочу предполагать, кто это. Хорошо. Тебя выводить или мне Вику подключить? Нет, выводить. Выводить. Тогда отсоединись от всех и от всего. Я посчитаю от 1 до 3, и на счет 3 ты вернешься в состояние, с которого я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Сейчас я хоть отдышусь. Восстанавливать. Врубай видео, Илюх. Ну или так давай, а то интернет. Слушай, ну ты красавец вообще. Убирай такое эмоции. Придумать. Мне такое не придумать. Нужны, а в этом, когда человек в регрессии, твои эмоции давят, прям как вибрации идут. Нейтральный, спокойный наблюдатель. Чуть выше, готовый протянуть руку. Паш, будь в этом состоянии. Я понял. А то ж меня чуть... колыхнуло. Да? Жжешь, блин. Ну ладно. Ну. Отвлекает Мона смех? Мона, рассказывай. Да. Давай, отвлекает, чтобы я понимал. Илюха правильно говорит? Это прикольно, Илюха. То, что мы видели, это... Паш, когда мы с тобой работаем с людьми, с драконами, с рептилоидами, с прутами, это нифига не отвлекает. Это я справляюсь, понимаешь? Ну, когда это сеанс, это все нормально. Там нету такого глубокого погружения, и там это все не давит. А вот когда погружаешься более глубоко, это я понял. Интересно. Хорошо, хорошо. Я как-то, учту, я приму к сведению, я учту. Что, Илья, не так? Все так, все правильно. Рассказывай, не отвлекайся. А что рассказывать-то? Все, что ты помнишь. Видел? Ну, центрифуга видела кусочки, эти ошметки вот такие, они, нет, не ошметки, они были, имели форму, видела. Кристалл видела, как он туда уплыл, видела, как эти частички маленькие, такие же, как кристалл, за ним убежали. Собаку эту видела, или ящерицу, что-то, что было привязано. Мужчину, который там был, видела. Парня Дика. Этого молодого видела. Давай ее добавлю там. Это у меня... Видеть то я видела много, но я не все, наверное, понимаю, что я видела. Ну, хотя бы видела. Что скажешь ты? Все правильно. Кристальчик своей вселенной, то есть суть, программный код, скажем так, она притащила и пытается использовать здесь, давая энергии нашей вселенной. Все нормально. Перестраивая, угу. Соответственно. Ну, сейчас код-то поменялся уже. Поэтому ее как бы ждет сюрприз, старые методы не работают. Соответственно, удержать Рой. Но по частотам мы потом поработаем, потому что нужно решить еще и связи. Будет очень интересно.
Да, но там какая-то очень сильный разнобой пошел по частотам. Там трудно считать, потому что это нету организованного пространства, что все идут на одной частоте. Вот такой прыгает, прыгает, А понимаешь? было на одной, да. Хорошо. Умничка. Все правильно сделала, все правильно увидела. Сейчас можно эти же энергии посмотреть у Вики. Есть такое. Особенно эти полиморфные вирусы. То же самое. Вот эту пустоту. Работай с ней. Я посмотрю, понаблюдаю. Паша, работай. Короткую. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. Три, два, Моночка, что ты видишь? В эфирном пространстве. Мы на рабочем уровне. Сейчас кто-нибудь следит за нами, мешает нам. Нет? Хорошо. На счет три найди в эфирном пространстве эфирное тело Виктории. Один, два, три. Я вижу. Считай ее эфирной ДНК, она ли это? Да, Спроси у нее разрешение на работу с ней. она разрешает. Хорошо. Посмотри на ее сферу. Разверни ментальную карту. Что первым бросается в глаза? Ее сфера рассечена на уровне макушки. Там идет как воронка расслоения или канал сквозь углом, сквозь все ее тело вниз, вниз, вниз. И оттуда идет какая-то серая энергия. Она сквозь Вику и выходит куда-то дальше, заполняет ее. Энергия идет в Вику или от Вики? И так, и так. Она подключена к чему-то. И от нее тоже идет подключка. Это как труба, где смешиваются энергии. Нет какого-то движения в одну сторону или в другую. Я понял. Найди этот момент, когда эта труба к ней, этот канал к ней подключился. Один, два, три. Как-то странно выглядит, но я вижу это так, как вроде бы она что-то напоролась, напрыгнула. Что-то вошло и разделило ее. Она держится, а сверху она вот так вот открывается. Проходит сквозь ее тело полностью. От позвоночника где-то, от крестцовой части вверх, вверх, вверх. Идет вперед и туда идет тоже вниз. Кто поставил кто-то ей это или отправил, воткнул? Как это произошло? Она куда-то сама прыгнула, как в бой, или как с мечом, или как посмотреть что-то, что ее как заманили, как в ловушку, привлекли чем-то, она хотела посмотреть, что это. Попала в какую-то ловушку 2-3 недели. Вероятно, раньше, но 2-3 недели более активно. Она была тоненькая, такое, как, знаешь, как просто ручеечек, а потом шире, шире, шире. Я понял. Так, прыгнула куда-то, напоролась. Покажи, Вики. Покажи ей. Энергии какие-то чужеродные внутри нее. Это не ее собственные.
Это то, что можно назвать заразой какой-то. Как на нее влияет? Она разъедает светлую клетку энергии, подстраивает ее под себя. Идет разрушение, идет перестройка, модуляция, мутация. Под действием этой энергии это как, знаешь, как болезнь какая-то приходит, как вирус приходит в организм и начинает на клетке взаимодействовать, что клетки видоизменяются, мутируют. Вот примерно такое происходит. Этого канала, этого портала, трубы. Нет, смотреть, кто на другом конце. Кто для Вики его сделал? Кто на другом конце, это понятно. Находилась в пространстве, которое принадлежало той сущности, или сущность думала, что принадлежит ей по праву. И должна была быть там. Угу. Это во время того, как она была погружена? Работали? Во время работы, Вики? Я вижу измененное состояние. Не понимаю, то ли это как ловушка во время сна. Нет, это измененное состояние. Это не сон. Хорошо. Покажи Вики, пусть закрывает канал. Три месяца. Что такое три месяца? Что такое три месяца? Почему пришла эта дата? 1, 2, 3. Это случилось как необратимость. Это стало понятно, что нужно так делать, и выхода другого нет. Починить, чтобы не уничтожило. Раньше это было как, знаешь, могли сосуществовать рядом без особой необходимости в подчинении. Потом произошло что-то, нечто, что перестроился план, она должна быть одна из них. Без или. Все, без вариантов. Да. Поставили ловушку, Вика напоролась. Пошел вирус. Понятно. Как, знаешь, наколол вот шип какой-то в ногу куда-то. И ты потом не чувствуешь, как идет заражение крови. Оно просто расползается, расползается. Но оно имеет какую-то такую форму, что не по всему телу, а вот только канал проходит. Выедает вот сердцевину. Так, ну все ясно. Возвращаемся к Вике здесь и сейчас. Посмотри, чтобы она извлекла из себя эту занозу. То, на что она напоролась. Да. Теперь пусть закрывает этот канал, эту трубу снизу. Да. Закрывает, заделывает сферу. Закрывает сверху эту воронку или что это такое. Подожди, нет, не так. Нужно как-то по-другому. Запусти антивирус. Прямо в Вику. Из материала этой вселенной, но то, что мы делали на прошлых сеансах. Антивирус, и пусть вся эта структура также заражается. В ответ. Зеркально. Сделал. Пошли процессы. Тело заживает просто. Это как перекись на рану, на ротину. Да, поднимается вверх, шум. Да. А там просто заживает ее собственное тело, нарастает и все. Вытерла пену сверху, вот то, что было, как исторгнула, знаешь. Собрала, выбросила в портал, портал закрыла. Хорошо. Что с верхней воронкой делать? Ты сказала, это как-то не так. Что мешает? Теперь все нормально. Вирус мешал, он находился внутри. Закрылась воронка сверху? Да. Сфера целостная? Да, тонкая только. Говори, Ири. Теперь в субъективном времени Вики после... Не слышу. В
в субъективном времени Вики через то время посмотри оптимальное, когда все зарастет и уйдут чужие структуры, вот этим тем антивирусом. Антивирус пойдет дальше по всем структурам твари матки работать. А в пространство Вики, в Вику запусти другую программу, информацию, тоже своего рода вирус, на восстановление к первоначальному, к замыслу. То есть какой она должна быть к идеальному Соответственно, ее состоянию ДНК. ее ДНК и гармонии Вселенной. Вот. Чтобы ничего лишнего, а только ее ДНК. Чтобы Без ее каких-либо ДНК и в примесей. идеальном состоянии, в соответствии с гармонией нашей Вселенной. Дай эту информацию. Да, приняла. 4 дня. Да, 3, думаю. Сопротивляется что-то? Ну ладно, хотела, когда замужество будешь. Дальше сами. Проверяй. Дальше все нормально. Все. Смотри, проверь. На всякий случай. Сектор интерферентов, сектор магии. Особенно сектор магии. Нет, она там умеет работать. Там все в порядке. Программы. Выбросила. Я разъедал вирус этот, теперь этого нет. Хорошо. Давай я так проверю еще, есть ли у Вики гипноз или пси-воздействие. 1, 2, 3. Вижу, она вот так вот держится. Нет, она закрывается. Она от гипноза закрывается. Да. Хорошо. От этой ситуации с вирусом, каналами, этими трубами, порталами, есть ли какие-то еще зацепки, что-то, маячки, что-нибудь, что может? Нет, она освободилась. Полностью. Хорошо. Пусть наполняется энергией своей, восстанавливает сферу. Всплываем. Увидите порядок? Давай на 3. Да, давай на 3. Отсоединись от всех и от всего. Я посчитаю от 1 до 3. На счет 3 ты вернешься в состояние, с которого я с тобой разговаривал. 1, 2, 3. Я здесь. Привет, момент Благодарю. космоса. Благодарю. Все, все, все. Сейчас я все почувствовала. Все, все, я смогла дышать, все ушло, все моментально, да. Благодарю вас, это вообще. Илья, мы что-то сделали, но объясни. А что объяснять-то? Ну, то, что со мной уже все. У нас есть эта информация уже с прошлых сеансов, и информация пошла дальше по всем структурам, которые были на связи с Викой. Ну, в общем-то, все. И чем больше людей так будет, чем больше людей даже посмотрят сейчас, если кто-то будет, если вы выложите это, мне это неинтересно. Хотя, не зарекаюсь. А что этот? А мы никто ничего не писал. Я ничего не писал, потому что связь такая, ничего не слышно, кого не видно толком. Но меня тоже вырубает постоянно. Я тоже не писал. Ну вот. Ну, я вам скажу, ребята, что вы большие молодцы. Это все сейчас я точно вижу, что мы задействованы в какой-то единой программе, потому что в последнее время я просто посылала какую-то энергию. Вот, Мона все точно сказала. Я не знала, может, как это правильно делать. Я своей энергией, когда очищалась, я туда прямо...